мы занимаемся. Я вообще реконструктор старинной музыки, старинной песни. И вот, познакомившись с ребятами, естественно, у ребят пришла идея в голову делать какие-нибудь старинные песни. Вот сейчас мы с Сашей исполнили духовный стих. Это такая музыка, которая исполнялась в определенный период. Это обычно пост, любой, будь то Великий пост, будь то Рождественский пост или летние посты. В этот период всегда исполнялись духовные стихи, и это такая музыка, когда мы можем не про любовь, не про какие-то свои собственные переживания, какую-то там внутреннюю бурю петь, а именно собрать свой разум, собрать свое сердце, собрать свою душу воедино и все это дело сонастроить, вспомнить о том, как я живу, как вывести себя на более качественный уровень жизни. И вот традиционный исполнитель, носители традиции, исполняли духовные стихи. Этот стих был на расставание души с телом. Следующая композиция у нас какая? «За рекой Калинушка». Это песня, честно, мы ее собрали вот буквально для этого концерта. И это песня из Псковской области, у Святского района. Записана она от такой чудесной исполнительницы Ольги Федосеевны Сергеевой. Она очень известная, она даже однажды использовалась в фильме у Тарковского, ее песню «Кумушки». Вот. И одну песню из ее репертуара сейчас исполним мы с Сашей и с Сашей. Я могу, кстати, загадывать желание, пока здесь стою. Все загадывают. Все загадываем желание.